Hello, my dear friends. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня мы вместе со Сьюзи и Ником расскажем вам очень интересные мышиные истории. Путешествие на корабле. По-английски будет The Mouse Stories, The Ship Trip. Эти истории придумал друг Сьюзи и Ника Костя. Это истории про мышонка Мишу. По-английски Майкл. Давайте начнем. Let's start. Когда Миша подрос, то вся семья решила осуществить свою давнюю мечту. Мечта по-английски будет dream. И вот они собрали все вместе. Вся семья в сборе. Семья по-английски будет family. Family. Мама. По-английски будет mother. Папа. По-английски будет father. И малыш, но он уже не малыш, он уже подрос. Это Миша по-английски. Я знаю, знаю, как по-английски будет Миша. Майкл, правильно, молодцы. А какая у них была мечта, ребята, может быть, вы знаете? Я знаю, знаю, полететь в космос, говорит Сьюзи. Нет, я знаю, говорит Ник. Полететь на воздушном шаре, на большом. А вот и не угадали, ребята. Мечта у них была поплыть на корабле. Посмотрите, какой корабль. Корабль по-английски будет ship. Поплыть на корабле по морю. Море будет sea. При хорошей погоде, когда светит солнышко. Солнышко по-английски будет sun. И вот они плывут по морю. Море sea, на корабле ship. Солнце светит, sun. И что же случилось дальше, ребята? А дальше они увидели, что им навстречу плывет большой корабль. Только это не обычный корабль, ship по-английски, а это пиратский корабль. По-английски пират будет pirate. Пират будет pirate. А пиратский корабль будет pirate. Pirate ship. Это был непростой корабль. На этом корабле пираты перевозили. Я знаю, я знаю. Говорят, Сьюзи и Ник, что они перевозили? Перевозили они обезьянок, манки. Нет, ребят, перевозили они сундуки. А в сундуках были золото, gold. Сундук по-английски будет chest, а золото по-английски будет gold. И не просто золото, а еще были монетки золотые. Монета по-английски будет coin. А золотая монетка будет gold coin. А если много золотых монет, то будет gold coins. Представляете? Вот такой навстречу им попался корабль пиратский. И как вы думаете, ребята, что произошло? Я знаю, знаю, кричит Ник, я знаю, я ведь мальчик. Я знаю, произошло великое сражение. Правильно, сражение по-английски будет battle, battle. И как вы думаете, кто победил? Я знаю, знаю, кричит Сьюзик. Конечно, мыши, мышиная семья. Нет, Сьюзик, к сожалению, победили пираты. И вся мышиная семья, the mouse family, кричала: помогите, помогите. По-английски помогите будет help, help, помоги мне. Будет help me, help me. Но никого, кроме пиратов, не было.
и всю мышиную семью, маму Мада, папу Фада и маленького сына Сан, пересадили пираты себе на корабль. Вот пока они думали, что же делать со своими мышами, на небе появилось солнышко, Сан. Появилась радуга. По-английски радуга будет rainbow. Радуга будет rainbow. Ребята, а вы знаете, из каких цветов состоит радуга и сколько этих цветов? Знаем, знаем, говорит Сьюзиник. Этих цветов 5. Ну что ты, говорит Сьюзи, цветов 7. А давайте посчитаем, ребята. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Ребята, 7. Вот это да. А из каких цветов состоит радуга? Можно я, говорит Сьюзи. Нет, я, кричит Ник. А давайте все вместе. Ребята, давайте все вместе назовем цвета. Вы же их знаете, вы же умницы. Красный – red. Оранжевый – orange. Желтый – yellow. Зеленый – green. Голубой – light blue. Синий – blue. И фиолетовый будет purple. Какие вы молодцы, ребята! Как у вас здорово получилось! Смотрите, и когда появилась на небе радуга, то наша семья мышей обрадовалась, потому что они увидели своего друга Тома. Друг по-английски будет friend. Друг по-английски будет friend. Они увидели своего друга Тома. Friend, Том. А на чем этот друг плыл? Посмотрите, что это? Давайте по-английски. 3-4. What is it? What is it? Это подводная лодка, ребята. Подводная лодка по-английски будет submarine. Submarine. Давайте скажем по-английски все вместе. Это подводная лодка. It is a submarine. It is a submarine. И вот друг был очень храбрым. И он спас всю мышиную семью. И отвез их на своей подводной лодке на остров. Остров по-английски будет island. Остров вот такой красивый, beautiful. Этот остров был среди моря. Море по-английски, мы с вами уже сегодня говорили, будет sea. Море будет sea. Вот, семья очень обрадовалась. Они построили такой замечательный дом. Дом по-английски будет house. 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 Еще они из песка построили. Из песка. Посмотрите, песок по-английски будет sand. Песок по-английски будет sand. Из песка они построили вот такой прекрасный замок. Касл, касл. А в честь своего замечательного спасения, в честь своего прекрасного друга, капитана Тома, по-английски капитан будет captain, captain. Семья мышей, семья family, устроила, посмотрите, какой яркий и праздничный фейерверк. По-английски fireworks, fireworks. А какие это цвета, ребята? Какой это цвет, ребята? Давайте по-английски спросим. What color is it? What color is it? И давайте ответим. Это оранжевый. It is orange. It is orange. Смотрите, какие у нас еще цвета. Синий, блю. А еще запустили мыши. Смотрите, какие красивые воздушные шарики. Воздушный шарик по-английски будет balloon. Balloon. Давайте посмотрим, какого цвета воздушные шарики. Спросим по-английски. Я знаю, кричит Сьюзи. Никто же. Можно я? Ну, давайте, ребята, хором.
Какого цвета? What color is it? What color is it? И давайте ответим. Красный. Red. Оранжевый. Orange. Голубой. Light blue. Вот, смотрите, как замечательно закончилась эта история. А теперь, ребята, к вам вопрос. Скажите нам, пожалуйста, какого цвета воздушные шарики вы любите больше всего? Нарисуйте, пожалуйста, эти воздушные шарики. И еще, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите свои пожелания в комментариях. До новых встреч. Пока-пока. Бай-бай.